Воронеж, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Питер, Ростов. Не пропустите концерты пятерки Мелшина, где будут исполнены старые шлягеры и новые хиты с дебютных альбомов. Билеты ищите по ссылке в описании и QR-коду на экране. А как этот канал называется? Я забыл. Сейчас. Это во-первых. А во-вторых, там была другая тема. Вот я как раз таки и проверю, насколько ты мой фанарт. Угадай песню пятерки по эмодзи. Ничего себе. Фиксируем. Пилини. Интересно, как ты понял? Нормально. Ну ладно, нормально, тут легко, это пока легко, потому что что-то... Мне кажется, надо было свинку какую-то ставить, ну типа, или пятачок свининый. Ну то есть 1-1, да? Да. Терял, куда записывать, ну пусть будет 1-1. Амази, амази. Как ты угадал? Амази, амази, амази. Ну ладно. Ну нормально, не, ну нормально, нормально, нормально. А, смотрите. А? Подписывайтесь на Сашкины резки. Он тебе доплачивает за это? Не, мы с ним ходим по теням сыграть. А, понял. Не знаю. Какая разница два? Или один? Я не хочу, чтобы ты слышал эти звуки из ада. Вот это вот, угадаешь? Нет, кто сама? За тобой должок. А? Я не слышал. В смысле, мистер Пятерка, как ты не слышал? У меня альбом вышел уже месяц назад. Сегодня, кстати, кстати, реально ровно месяц. А я так и не сделал разбор второй части этого альбома. Да, мистер Пятерка, это что-то вообще какое-то предательство лютое. Да-да. Но это мне кто-то пишет. Ну ты, может, тебя вообще просто музыка не интересует, или как? Ну вот, я некоторые послушал там, которые мне друзья посетили. Ну ладно. Бонни, не знаю. А, ну а что если нет ада и нету конца? Да. Ой, не слышал. Нет, не слышал? Нет. Ладно. Ничего себе. Не знаю. Я царь хайпа. Я царь хайпа. Бля, мистер Пятерка, как ты не угадываешь? Кальянчик вот там раскочили. Опа, что какая-то? Я не знаю, что это. Ты? Ты в домике? Звук? Звук поставим на всю. И соседи не спят. Соседи не спят. Да, именно. Басы. Покушение колбасы. Похер усталость и недосып. И вдруг тебе кто-то в уши сыт. Бегающий мышь какая-то. Но давай, мистер Пятерка, это прям, это из старых. Это про тебя, считай. Нет. Про тебя, про тебя, про тебя. Вич год, да? Правда, это правильно. Вич. Да. Ну это для разгона лютого, реально. Я знаю наизусть. А? Я наизусть знаю. Можешь пока зачитать, пока я окно закрою? Разгоняя клики до 20-25 кпс, это не предел. Еще. А, и нубик со мостика слетел. Во.
Зашел в Майнкрафт. Мистер Питерка, ты вообще мои треки ни одного не знаешь? Да. Мы с тобой уже вроде лучшие друзья, реально. Видеть. А ты не знаешь треки мои? Ну вот этого. И мир создает. С игра поднялся в топ. Да? Ну то есть ты знаешь. Да. Ну ладно. Лизать ноги, блять. Солнце встал, лизнул пятку, зуб. Проснулся. Кто? Проснулся, дал зазу. Спал, дал зазу. Что? Что за хуйня? Пау. И правду. А, гуляли босиком, блядь. Следи за языком, нихуя, жестко. Не, ну ладно, это я понял, ладно. Ладно, ладно. Это бан, так называемый. Бегу по городу, ты плачешь. Бежать в город. Отсосити. Поплачь, бледота. Ну, отсосити это или что? А почему два раза ты? А! Все, ладно, ладно. Бля, прикол. Ну там можно было спойлерного просто клоуна сделать. Что, мистер Пятерка, легенда? Я не слушал. Жопера? Да. Мистер Пятерка, а ты вообще бы хотел бы прийти на мой концерт? Или ты как? Ну, когда-нибудь. Ну, а зачем тебе идти, если ты не знаешь песни легендарные? Знаю. Да. Кто же знал, что ей 13 было? Ну, бля. Бункер. Трек Бункер. Демастер. Да. Анси, это который друг этого? Да, Анси, вот поругались теперь. Представляешь, вот от фита до того, что мы поругались. Потому что он... Потому что он пошел тусить с Каином в реальной жизни. Бо. Да. Ничего страшного, я думаю. Ты думаешь, нет? Я думаю, страшно. Да. Но он мне писал, прям. Он мне писал. То, что ему обидно стоит. Да. Ну, вот сосите, город греха, не ходите больше сюда. Надо мистеру Пятерке давать ответы. Прикольно, что и зубы двигаются. Филин. Лимузин. Ладно. Дым из-под шин. Я бы не угадал, я бы сказал бы Бугатти. Я вас начал смотреть с 2021 года. А как, какое первое мое видео или стрим тебе? Вот помню? Это, которое смешные моменты, собачка там была такая. Беленькая собачка, бегающая. Реально, если бы не та собачка, да, то мы бы с тобой бы сейчас бы тут не сидели? Наверное. Легенда. И что, тебе понравилось? Какое у тебя первое впечатление обо мне вообще? Ну, я пересматриваю по килограмм раз это видео. Там собачка смешная. Я тут согласен, как бы, я тоже пересматривал. Надеюсь, живая собачка еще. Синий. Камелеон. Я рептилоид. Ничего себе. Но мне кажется, вот именно такой рептилоид какой-то. Не нужно бояться рептилоидов, потому что я рептилоид. Бля, осуждаю, там этот картинки такие нельзя смотреть, мистер Пятерка. Сос. И мужики стоят. Синий глаз. Ничего не понял. Сос. Почему? Почему? Бред полный. Это бан, это просто уволить. Киношка. Мистер Пятерка, а какой, по твоему мнению, мой самый крутой трек? Лимузин? Почему? Не знаю. Он по очереди.
Но это правда, это правда. Мистер Пятерка, не слушай такие гадости. Время молиться деньги. Сейчас, сейчас. Время молиться деньги. Ты знаешь что-то? Не. Деньги, время что-то. А при чем тут этот? Забыл, как называется. Забыл, забыл. Как вот это? Мистер Пятерка, ты его не видел. Его никто не видел. А, реально. Где? Дырявые машины, кстати. День рождения. Ну, видимо, тогда Бугатти. Только не понял, почему вот это. Подписывайтесь на Саскина Риск. Подписывайтесь на Саскина Риск. Девочку покормил конфеткой. Я готовлю всегда предиктом, типа, отлетать. Блядь! Хорош. Я уже забыл. Осуждаю. Светофор, машинка, маленькая машинка. Две машины, чё-то... Не понял. Правда. Действительно. Непонятно. Действительно, кстати, реально. Семи черточка. Мистер Пятерка, не смотри! Да не смотри! Все, все, давай дальше. А, не, ну это изич. Каждому день сыр, кто сегодня свинья, а я парик и завод крик. Ну да. Так, дальше. Так, так. А? Ну только не наркотики, не сиги, не алкоголь, но тут только сига. Это где за бубо? А ну-ка. Интересно, что это за песня? Ну ты не угадал. Это как этот? Я забыл. Ну там Атура был, еще там. Ну все, тогда, да, ты прав, ты прав, ты прав. Наверное, оно, оно. Так, мистер Пятерка, ластовое. Из того, что мы не видели, выбирай. Не знаю. Так выбирай давай. Давайте третье. Третье? Да. Давай. Ну-ка, дай же денег. Так, ну под ускорением реально, под флешкой. И сейчас, мистер Пятерка, я только сделаю учет, ну, кто из нас победит. Господа, ставки, пожалуйста, модерепторы. Мистер Пятерка, ты что-то разболелся, прям реально серьезно. Да. А ты пьешь что-нибудь, какие-то таблетки там что-то? Я сегодня даже в школу ходил. Так ты недавно тоже болел, а не ходил в школу. А ты что, по субботам ходишь? Да. Обидно. Ну все. Один день только отдыхаем. Чудо бог. Да, такое себе. Тяжело, да, вообще тебе живется? Да. Добро пожаловать. Мистер Пятерка, помаши рукой, пожалуйста. Все, все. Наша мужику. Просто подумал, что в этом видео мы предлагаем угадать 35 мультяшных злодей по голосу. Подписаться. Тогда начнем. Да. Я уже подписан. Слушайте все и запомните. Принцесса. Стервелла. Урсула. Кто? Четвертый, который там. Малефисента. Ладно, не одного. Слушайте все и запомните. Я не смотрел больше. Ну да, такое. Ведь можно жить в блеске, как пиратское сокровище сиять. Пираты. Пятый, наверное. А я Тамато. Тамато. Сюда. Ой-ой-ой, это я недавно просто смотрел.
Я докажу, что в жилах этого призрака течет кровь! Я проткну его! Ха! Ну, капитан... Шанью! Капитан Крюк. Капитан Крюк. Мистер Пятерка. Я докажу, что в жилах этого призрака течет кровь! Я проткну его! Дикари, бандиты, или густ-убийца, каннибалы и... Чё? И чё? И чё? Ну не знаю, пусть будет Стервелла. Ты угадала её? Матушка Готель. Дикари, бандиты, или густ-убийца, каннибалы и... Что я люблю больше всего? Аида, иди, бомжик. Ну, мистер Пятерка первый сказал. Он мне даже не дал шанса. Лотца. Что я люблю больше всего? Обниматься. Но учтите, время работает против нас. Этот уборщик, что... Живодер. Абрам, Абрахам. Живодер. Но учтите, время работает против нас. Этот уборщик, что... Да, лечь меня нельзя! Ведь в царстве снов у меня друзья. Доктор Фасильи. Аид. Доктор Фасильи. Это вообще кто такой, нахуй? Ведь в царстве снов у меня. Кто это? Ага, все, я в очках, очкастых и бьют. А! Снять, значит, догадался. Король пусть будет какой-то там. Король Карамель. Кто? Ага, все, я в очках, очкастых и бьют. А! Снять, значит, догадался. Вау. Я немного занимаюсь чудесами. Этим даром Стервио Девин, наверное. Че-че? Вот это Стервио Девин. А я думаю, Урсула. Урсула. Мистер Пятерка, ты что-то вообще подсдал, реально. Но это вот видно, что 5 дней ты интернетом не пользовался. Да. Я немного занимаюсь чудесами. Этим даром я... Приятно познакомиться. Номер первый и номер второй. О, какие стильные шмотки. Эрколя? Эрколи Висконти. Я не успел сказать. Ты хотел то же самое сказать? Да. Честно? Да, реально. Ну ладно, я тебе тоже балл. Приятно познакомиться. Номер первый и номер второй. О, какие стильные шмотки. Ты даешь мне подсказку, как убрать выскочку? А я даю тебе то. Чё? Чё? Ну я пытаюсь узнать сам. Синдром пусть будет. Аид. А, Аид, Аид, Боже, Аид. Ты даёшь мне подсказку, Аид, как убрать выскочку? А я даю тебе то. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. А покляк. Атаманша. Атаманша. Дайте, что ли, карты в руки. Я понял, если мультик в 3D побеждает мистер Пятерка, если мультик в 2D побеждает Пятерка старший. Погадать на короля. Пусть будет остро ваше ухо. Шанью. Что? Шанью, шанью. А я думаю, это пусть... шрам. Шрам. О-о-о-о. Мистер Пятерка, ты мне должен будешь сейчас 2000. Да что? Ну мы играем сейчас на 1000 каждый. Чё? Ну каждый скидывается по 1000, и мы играем на 1000. Нет. В смысле? Ну дерьмо. Ты еще можешь отыграться. Да, не что ли? А? Не-не-не-не. Да. Бесплатно, все бесплатно. Ладно. Моя единственная страсть, дорогуша, я без ума. Стервелла, да? Просто... Пусть будет Стервелла тоже такая чистая. Бледота такая, сучка. Стервелла. Да, попала, да, попала. Моя единственная страсть, дорогуша, я без ума от мехов, я их просто... Вам, словно ветер меня принес, я в плен... Ханс, Ханс. Пусть будет вот тот Эрнесто. Король Магнифика. Ну вообще. Словно ветер меня принес... А это из какого вообще мультика? Там более. Я разбогател на изобретении оружия, а теперь есть оружие, совладать с которым мог... Синдром. Абрахам Ван... Синдром.
Это из суперсемейки, мистер Пятерка. Ты не смотрел? Я не смотрел. Есть оружие совладать. С юных лет мечтал я свое место найти. Я примеряю. Ханс вроде молодой, реально, просто именно молодой голос. Ханс. Ну это. С юных лет мечтал я свое место найти. Почему он злодей? Девочка будет скучать без куклы. Нихуя себе. Надо вернуть ее. Джафар? Нет. Ну Джафар. Гастон, Гастон, Гастон. Шань Ю. Ну это кто вообще такой? Девочка будет скучать без куклы. Надо вернуть ее. Кто это? Капкан попал и пропал. Уж слишком много он врал. Он... Дон Редклифф, наверное. Эрнест Хемингуэй. А, блин. Джафар. Ну класс. Капкан попал и пропал. Джамар. Уж слишком много он врал. Мнение. Чё? Джамар, мнение. Соня. Ну, Джамар, мнение, твое мнение по поводу Джамара. Не, просто помню, какой-то такой чай был. Пару капель в напиток, я произнесу тост, и десерта ему не видать. Барашки. Изма. А нет, королевки. Изма. Пару капель в напиток, я произнесу тост. Я и... даже не смотрел. Десерта ему... Я просто сопоставляю голос большая и картинку. Большая часть моей коллекции хранится в крупнейших музеях мира. Нью-Йорк, Вен. Джон Рейкли. Как будто я что-то смотрел. Пусть будет Чарльз Манс. Чарльз Манс. Большая часть моей коллекции хранится в крупнейших музеях мира. Блин, надо пересмотреть, кстати, я очень давно смотрел. Копайте в руки лопаты и ройте. Наверное, Джон Редклифф. Пусть сыщик будет. Джон Редклифф. Копайте в руки лопаты и ройте. И взгляни на меня сейчас. О, детка, я стал лучше, чем был. Пусть будет Эрнесто. Эбрахам Ван, вот этот. Ван Хельсинг. И взгляни на меня сейчас. Я даже не знаю, что за мультик. Исключительная злюка. Ябеда и вредина. Злая королева. Дюдюка. Дюдюка. Исключительная злюка. Что за тварь, блядь? Ябеда и вредина. Любить тебя я буду до конца. Трахать тебя буду, любить тебя. Прости, мистер. Самых дней. Я не тебе, если... Эрнесто! Боузер. Любить тебя я буду до конца моих дней. Злодей без лишних слов лишается голов. Злая королева. Что ты сказал? Иди, королева Черви. Червонная королева. Злодей без лишних слов лишается голов. С того момента, как ее увидел, нашел свою я. Эрнесто. Гастон. Гастон. С того момента, как ее увидел, нашел свою. И верю я, наступит встреча. Очевидно. Волк. И верю я. Наступит встреча! Мелшер. Открой секрет. Кто косой затмил весь свет? Злая королева. Да. Злая королева. И... Открой секрет. Кто косой затмил весь... Эрнесто. Там. Эрнесто де ла Круз. Дальше можно вывозить просто на качестве звука. Если какое-то старое звучание, то это 2D. Я не смотрел, надо посмотреть. Я смотрел. И чё, как? Ба. Элемент внезапности. Да, конечно. Шерхан. Шерхан. Элемент внезапности. Глэк. Да, конечно.
как лев. Сражаюсь ради, продолжился я, как пчела. Чапок нет. Да куда, мистер Пятерка, ну ты серьезно? Чё? Сыщик. Сыщик? У него мужской голос. Сражаюсь ради, продолжился я, как пчела. Пусть хищники крупнее нас, зато мы превосходим... Барашкинс. Барашкинс. Блин, вот бы сделать косплей на Барашкинс. Барашкис. Я Кирилл Барашкинс. Ой, смотри. Крупнее нас, зато мы превосходим... Охуевшая. Дети плачут, а родители плачут. Госпожа мама. Да, я тоже думаю, госпожа Беладонна. Госпожа Беладонна. Дети плачут, а родители плачут. Хорошими дела. Ну тут понятное дело уже. Ну шапокляк, она единственная осталась. Ухо шапокляк. Ну это считай бал каждому. Итак, мистер Пятерка. О! Вы делали ставки? Нет. Я получил 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22. 22 балла. Мистер Пятерка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да, 14. Ну ты что-то подсдал, мистер Пятерка, в этот раз. Бо. Ну такой бо прям. Жестко ты, мистер Пятерка.